Здравствуйте, с вами канал интернет-магазина Glinky.ru, и это обзор на флейты Trevor James, уникальные инструменты для школьников, для студентов и для профессионалов. Рассмотрим более подробно. Флейты Trevor James – одни из лучших инструментов в соотношении цены и качества. И каждый может найти модель по своим требованиям и вкусу. Каждая флейта упакована в фирменную стильную коробку, в которой деревянный футляр утеплен мягким чехлом. В комплект входят две протирки для внутренней части и полировки, наплечный ремень для чехла, деревянный шомпол и заглушки для моделей с открытыми резонаторами. Серия 10X – ученические модели с закрытыми резонаторами, доступны в трех комплектациях – с прямой головкой, с изогнутой и с обоими головками, изготовлены из никель-серебряного сплава и покрыты серебром. В обзоре мне помогает Марьяна Мурзина. Серия Performer – инструменты для более опытных исполнителей. У модели Privilege маркировка PF, губки сделаны из серебра. У модели Cantabile маркировка CF из серебра сделана вся головка. У модели Virtuoso маркировка VF из серебра сделаны корпус и головка. Серия Performer может поставляться с дополнительными опциями. С C-коленом в маркировке означает H, открытые резонаторы в маркировке означает RO и наличие ми-механики означает E. Серия Recital – профессиональные флейты ручной работы. Модель R2 с паянными тональными отверстиями и посеребренными клапанами. Модель R3 сделана полностью из серебра и головка работы Flute Makers – Guild of London. Thank you.
Итак, Марьяна, что скажете про эти флейты? Отличные флейты, замечательные. Для начинающих, для студентов и для профессионалов. Для начинающих отличаются тем, что они без резонаторов. И также в комплекте есть изогнутая головка. Студенческие флейты отличаются тем, что у них уже есть резонаторы. Также есть различные комплектации, что есть си колено, до колено, с резонаторами, без резонаторов, как вам удобнее. Что такое си колено и до колено? Расскажите, пожалуйста. На профессиональной флейте вы можете заметить, что это колено длиннее, чем это. То есть здесь присутствует еще нота си, малой октавы. Но для начинающих она, в принципе, не нужна, поэтому эти варианты очень хорошо подходят. Флейты Trevor James отличаются от других фирм тем, что у них тройная металлизация. Это влияет на долговечность инструмента, а также на качество звука и ее красоту. А также у нее тихая работа механики за счет войлоков. Спасибо большое, Марьяна. Это был обзор от интернет-магазина Grimke.ru. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!